Классно прошло, не? Да, здорово было. Круто. Классно было. Я не знаю, я давно на такой свадьбе не был. Я вообще не помню, чтобы я был на такой свадьбе, честно говоря. Нет, ты заметил, нам вот все люди, которые туда пришли, они радовались. Они веселились. Ну, а что творил? Не говори, а сколько он выпил? Не знаю, сколько он выпил, но он говорит, уже я ухожу домой, все, последний, извините, я должен. 4 раза он подходил и говорил. Букеты видел ты ведь? Да, классные букеты были. Половину этих цветов не видел. Кто поймал, а? Зайнаб, да, поймал, по-моему? Зайнаб поймает, да? Зайнаб что не поймает? Зайнаб рост 1.95 м, блин. Я останови, да я позвоню тоже. 2 минуты можем? Да, конечно. Я 2 минуты. Давай. Salamat çıxdı da gecə vaxtı. Salamat çıxdı. Burada şadın Nurfətli. Çox şadım. Burada yaxından qalanım. İcazə verərsiniz telefonunuzla zəng eləyim. Çoxdan da yoldaşımla danışmıram. Buyur, zəng elə. Çox sağ ol qardaş. Allah razı olsun. Sənə sağ ol. Фарид! 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 Аурха! Ну что, хватит даже, давай едем. Мобильник дал человеку, сейчас поговорит, вернемся. Кому ты дал мобильник? Там один парень мобильник дал, я ему сейчас. Что, чокнулся, что ли, посреди ночи на кладбище кому-то мобильник дал? Нормально чувак сказал, здесь же. Где он? Здесь был. Все, чуть-чуть телефон. Второй раз уже сам. Сумасшедший это. Сказал просто, куда позвонить, где оставить. Слушай, подожди. Слышишь? Вон он. Знаете этот номер? Не звоните сюда, больше никогда не звоните, слышите? Это очень злая шутка.